Всем привет! Меня зовут Петракова Жанна, я персональный стилист, вы на моем канале о моде, шопинге и полезных советах. И сегодня я приехала в аутлет Мега Белая Дача, чтобы посмотреть, что можно купить на распродажах. Кстати, здесь есть очень много магазинов, которые находятся от меня далеко, и это нормальные магазины. И все то, что я вам сегодня покажу, вы сможете найти в другом месте. А также здесь есть магазины, куда свозятся уже предыдущие коллекции. Так что, если вам эта тема интересна, то давайте быстрее приступать. При этом я приехала за конкретными вещами, которые нужны лично мне. И, возможно, я сегодня тоже что-то куплю. Так что пойдемте. Начну я свой обзор с магазина «Иконика». Хочу посмотреть, что здесь есть. Тут прошел достаточно сильный ливень. Меня немножко так накрыло, хотя я была с зонтиком. Но давайте пройдем, что там есть интересного. Первое, что я увидела, когда зашла, это эту сумку. Стоила она 22 тысячи, сейчас 15. И я прям уже, знаете, сразу заболела ей. Это модель, которая есть у одного очень известного бренда. И я уже померила ее. Она настолько круто сидит просто на плече, и она настолько по-дизайнерски выглядит, что я вам даже объяснить и передать это не могу. Она здесь одна, и в принципе их больше нет нигде. Может быть, еще одна в каком-то магазине в Москве. Вот, но сдается мне, что я без нее не уйду. Давно присматриваюсь к этим сумочкам, и здесь они на распродаже стоят 7 тысяч, стоили они 13. Это коллаборация с Яндексом. И если кто-то хочет добавить себе в образы нотки спорта, то это вообще очень крутая штука. И смотрите, эта сумочка состоит из двух сумочек. Вот если вы видите, тут два замочка, они расстегиваются, и вы можете носить либо оранжевую, либо черную отдельно, отсоединяя их друг от друга, либо просто переворачивая. Очень нравится вот этот плетеный ремень. Вообще очень крутые сумки. Единственное, что мне не очень нравится, что ее нельзя надеть наискосок, только на плечо. Например, на какой-то однотонный жакет, на худи будет очень круто смотреться. И осталось только выбрать, какой это будет цвет. Оранжевый, неоновый или сиреневый. Сейчас мне консультант говорит, что здесь есть еще большой ремешок. Он просто черный. И можно надеть эту сумку наискосок. Сейчас вот посмотрим, как это будет. Пропадает. Ну почему вот это вот? Нет, ее-то оставить можно. Сейчас я попробую. Показываю вам, как сумка Яндекс смотрится наискосок. То есть здесь есть дополнительный ремень. И в принципе мне нравится, как она смотрится. То есть вы можете на более коротком ремешке носить на плече и на более простом спортивном носить через плечо. Показываю вам, как она расстегивается. Мне, конечно, не очень это все удобно делать. Это одна сумка. Здесь даже есть чехольчик. И все то же самое вы найдете и во второй сумке. При этом здесь есть дополнительные карманы. Вот, пожалуйста, туда можно убрать телефон, ключи. Сюда можно пристегнуть какой-то дополнительный карабин с ключами, например. Вот сейчас молодежь любит так носить. Вторая сумочка тоже открывается.
Пожалуйста, там тоже отделение. В общем, с одной стороны она небольшая, с другой стороны в нее много входит. Очень классный вариант, присмотритесь. Еще мне очень понравилась сумка Shopper, такого карамельно-рыжего цвета. Это очень универсальный цвет, я об этом всегда говорю. И если вы купите такую сумку, она вам подойдет и под черные варианты, и под цветные. Стоит она сейчас на распродаже 15 тысяч. И вот мой последний разбор гардероба еще раз доказал, что именно вот такие цвета очень круто работают вообще в принципе с любыми цветами. Показываю вам достаточно интересные варианты сумок. И самое главное, что такие сумки не надо бояться. Их можно носить, можно и нужно носить каждый день под обычные образы. Большинство женщин таких форм боится. Но вот именно такая сумка и добавит изюминки в ваш образ. Вот смотрите, сейчас эта сумка стоит всего 12 тысяч. Вот я сейчас беру и показываю вам. Я могу просто взять и пойти. Прямо сейчас вот именно с такой моделью. У нее есть плечевой ремень. Также она тут представлена в базовом варианте, таком молочно-коричневом, даже не коричневом, а такой, знаете, молочно-бежевый, очень красивый вариант. Достаточно базовые лоферы в двух цветах. Стоили 19, сейчас 13 тысяч. Мягкая кожа. Вот это не очень акцентно, так что подойдет. Смотрите, на работу, для деловых образов, пожалуйста. Очень красивый вариант в бордовом цвете. Это у нас уже лоферы. Так, стоят они 8 тысяч. Посмотрите, какой богатый, я даже не знаю, малиново-виновый, винный цвет. В черном варианте стоит 13. Ну, я бы взяла вот такой вот вариант. Он подойдет и под бежевый гардероб, и под серый, и под черный. Очень интересный цвет. Обратите на него внимание. Показываю вам сандалии наподобие, как у меня. И вот эта вот белая отстрочка, неважно, это будут белые сандалии, черные, она всегда очень красиво и круто работает в образах. И в иконике сейчас такие сандалии стоят 11 тысяч в белом варианте и 12 тысяч в черном. Но вот кто смотрит меня постоянно, знает, что белые подходят абсолютно подо все. И под платья, и под юбки, и под деловые костюмы, и полуспортивные, формальные. Поэтому я бы выбрала белый вариант. Очень много вариантов босоножек, типа как у меня белые. Вот респект, стоят они сейчас 10 тысяч. Посмотрите, бежево-лимонный, нежно-розовый. Цена такая же, 8990. Очень красивый голубой вариант. Стоят они 8 тысяч. Такое, знаете, среднее что-то между розовым и цветом лосося. 10 тысяч стоит. Очень красивый вариант босоножек. А если, например, у вас в гардеробе присутствуют такие цвета, то вы спокойно можете подбирать их под какие-то цветочки, какие-то элементы в узоре на ваших платьях. Стоят они сейчас 8 тысяч. Либо пусть они будут как акцент в образах, если у вас там бело-черная гамма.
Есть варианты в базовых цветах. Это белый и черный. Стоят они дороже 14 тысяч. Черный, кстати, стоит 12. Что мне нравится, что в иконнике всегда достаточно красивые формы, большой выбор. Качество мне очень нравится. Для меня иконника – это прям то место, куда можно прийти и самой, и с клиентом, и обязательно что-то для себя всегда подобрать. Очень интересная сумка. Она стеганая. Смотрите, какая массивная цепь. Это шопер. Стоит он сейчас 11 тысяч. Интересный вариант. Есть большой ремешок. И есть вариант носить в руках. Еще один достаточно интересный вариант. Белый с золотом. Стоит сейчас 8 тысяч. Смотрите, я уже говорила, что обувь и сумки с золотом и серебром переходят в 24-й год. Очень красиво. Посмотрите, как эта перемычка будет интересно смотреться, например, на загорелом теле. Я нашла здесь еще коллаборацию с Ушатава. Это кожа. Там были макси-варианты и мини. Вот это мини-вариант. И сейчас она стоит 9 тысяч. Стоила 16. Показываю вам на себе. Сделана она очень хорошо. Вот кто любит эстетику Ушатава, то, пожалуйста, у вас есть еще вариант купить эти сумки по приятной цене. И цвет такой универсальный, такой цвет капучино даже, вот так вот скажу. И есть еще вариант Ушатавы в черном цвете. Сейчас в эпоху соцсетей и интернета можно зарабатывать деньги, не ходя при этом на работу. Для этого вам нужен только компьютер, телефон и доступ в интернет. А самое главное, что вы можете это делать из любой точки мира. Работая удаленно, вы можете совмещать это со своей основной работой. При этом вы можете учиться в институте, воспитывать детей, сидя дома, быть на пенсии. Я сама когда-то работала офисным работником, и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что у меня появилось намного больше свободы. Я работаю сколько хочу, когда хочу и с кем хочу. При этом я не потеряла в доходах, а стала зарабатывать намного больше. Могу сказать лично про себя. Я персональный стилист. У меня есть свой YouTube-канал, и достаточно большому количеству людей нравится, как я стилизую вещи, работаю с цветом. Но не у всех есть возможность приехать ко мне в Москву и сходить со мной на шопинг-сопровождение, либо разобрать гардероб. Но сейчас, в эпоху интернета, это сделать достаточно просто. Мы можем созвониться по любому мессенджеру. Это может быть Zoom, это может быть Telegram, это может быть WhatsApp. И мы сделаем все то же самое, если бы я приехала к вам домой. Вы получите ту же самую услугу, а потом я либо вместе с вами, либо персонально для вас сделаю онлайн-шоппинг. И вы останетесь при этом довольны, и у вас будет все то же самое, что получил человек, который работал со мной вживую. С удовольствием хочу порекомендовать вам бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством от Марии Лебедевой. Сама Мария начинала с нуля на фрилансе и сейчас имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние полтора года она работала с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Она трудоустроила более 1000 учеников по всему миру и поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам. Рынок онлайн-образования растет с каждым годом просто бешеными темпами, и
в этом бизнесе крутятся миллиарды долларов и миллионы учеников. Вакансий все больше, но проблема вся в том, что некому настраивать и обслуживать новые онлайн-школы. Цель Марии не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, но и дать заказы и трудоустроить своих учеников. Вместе с Марией вы сможете закрыть свои долги, работать удаленно из любой точки мира в комфортное для себя время, освоить профессию, в которой конкуренция в разы ниже, чем для копирайтеров, SMM, таргетологов, а вакансий пока больше, чем специалистов. Регистрируйтесь на мастер-класс по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать больше о свободной от времени и места профессии от Марии, которая прошла этот путь сама. А всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Очень красивый вариант. Ярко-голубых босоножек. Сейчас они стоят 7000. В черном варианте стоят 14. Показываю вам базовые варианты босоножек в черном цвете и в молочном. Стоят они 9000 сейчас. Пожалуйста, отличный вариант на каждый день. Очень удобно, устойчивый каблук. Также понравилась невероятно красивая сумка. Здесь два в одном. Это форма и цвет. Такой, знаете, приглушенный, но при этом насыщенный цвет лосося. Посмотрите. Я вот даже добавляю ее к своему синему образу. Посмотрите, как здорово она, какой акцент работает. Даже вот в том варианте, как сейчас есть, но, естественно, за минусом топа. Сумка багет. Смотрите, вот если брать, например, летнюю коллекцию, и будет вот такой значок 2L, то к этой цене еще минус 10%. Посмотрите, какие крутые ботиночки плетеные. Стоили они, например, 25 тысяч, сейчас 12 990. Если 10%, то они обойдутся в 10 тысяч. Это премиум линейка. Это совершенно другое качество. Есть кроссовки. Кроссовки стоят вообще 6 тысяч. И это тоже коллекция премиум. И минус еще 10%. Это будет где-то вам в 5300, что ли, вот так вот. Есть черный вариант, есть белый. Так, что у нас еще? Вот ботинки красивые. Очень интересный вариант. Таких брок. Они также будут со скидкой. Я вот сейчас попросила мне принести белый вариант. Показываю вам, как смотрятся ботинки на мне. Вот если выбирать между черными и белыми, я бы выбрала белые. Они всегда будут легче смотреться. Хотя у меня есть атаконники и черные очень. Нет, даже две пары у меня атаконники есть черных ботинок. Мне очень понравилась вот эта сумка. Я ее видела на сайте. Сейчас она на распродаже стоит 12 тысяч. Смотрите. Показываю, как она смотрится на мне. Очень красиво, очень круто. И она вместительная. Здесь окантовка еще коричневая. Показываю вам вариант замшевого шопера. Посмотрите, насколько круто сделана ручка, которая делает всю сумку. Это премиальная линейка. Сейчас она на распродаже стоит 18 тысяч, 17 500. Показываю вам. Очень красивый вариант. Например, на зиму, на осень. Показываю вам очень красивый вариант серо-молочной сумки.
Это премиальная линейка, а сейчас она стоит здесь. Так, сейчас скажу, сколько она стоит. Стоит она сейчас всего 8000. И здесь еще будет, это летняя коллекция, минус скидка 10%, еще будет, ну, где-то в 7000 она вам обойдется. И здесь можно носить и на плечо, и через плечо. Сейчас покажу. Это, опять же повторяюсь, натуральная кожа, премиальная линейка за 7000. Показываю вам эту сумку на себе. Очень красивый вариант, молочный. Мне нравится, как она сделана сверху. Показываю вам, как она смотрится в удлиненном варианте. И, в принципе, вы эту длину можете сами регулировать. Я не раз уже говорила, что в иконике очень хорошая бижутерия, и она не стирается. Вот это золото не стирается. Посмотрите, какие красивые варианты. Кто не знает, что в иконике есть украшения, то заходите. Обратите ваше внимание, у иконики есть крутые двусторонние ремни. Сейчас они на распродаже стоят 5000, то есть у вас здесь сразу два цвета. Я, например, когда на последнем разборе была, вот как раз у Ирины был вот такой ремень. И очень хорошо вы можете сначала стилизовать с бежевым вариантом, а потом с белым. Это все переставляется, и здесь есть много вариантов, например, бело-голубой, коричневый и сиреневый, коричневый и желтый. Есть поуже варианты, например, ярко-оранжевый и коричневый. Есть варианты с леопардом и с молочным. Есть варианты с черно-белым леопардом и с лакированной частью. Узенькие стоят 3843. В общем, вариантов здесь много, обратите внимание. Я сейчас с собой забираю три сумки. И если брать, например, сумки из летней коллекции, вот эту и эту, она изначально стоила 25, со скидкой она стоила 12. И если брать две сумки из летней коллекции, то на каждую сумку получается по 20%. Если вы берете одну сумку из летней коллекции, то 10% к уже имеющейся скидке будет. И получается, что вот эта сумка стоила 12000, а мне она обойдется в 9500. А вот эта сумка на распродаже стоила 8000, а сейчас в 6300. И вот эта сумка и эта — это иконика премиум. И вот эта сумка, прям моя любовь, она уже со скидкой стоит 15000. То есть я беру три сумки. И именно доп. Скидка дается только в аутлете. На сайте у вас будет просто скидочная цена, а здесь еще и плюс доп. Скидка. И она действует и на обувь, и на ремни, и на сумки. Так что в аутлете покупать выгодней. И сейчас вот многие вот эти модели, вот эту модель я видела на сайте иконика, вот прямо сейчас. Поэтому если вы будете покупать на сайте, она вам обойдется в 12, а в аутлете она вам обойдется в 9500. В общем, я забираю эти сумки. Лучше бы я сюда не заходила. Вот так вот делаешь для вас обзоры и уходишь с очередными сумками. В общем, нагрузилась я в иконике тремя сумками. Идем дальше. Дальше у меня по плану магазин «Антика». Я думаю, что здесь очень много хороших вариантов найдется. Показываю вам свой образ дня. На мне сегодня
пиджак от российского дизайнера Ромы Уварова. Топ – это линейка спортивной одежды у Бифри, новая коллекция. Брюки купила на сейле в Зарине. 1600 рублей стоили. Моя любимая сандалии рыбака от Респект. Ношу их постоянно, очень удобно. И из них даже не вылезаю. Сумка Эконика. Украшение от российского бренда Тотем. Часы Longines. В общем, сегодня у меня такой образ. Смотрите, какой красивый молочного цвета жакет. Сейчас здесь на скидке он стоит всего 5000. И состав у него 90% это вискоза, 97% и 3% эластан. Очень крутой жакет. И я здесь не просто покажу, какие вещи тут есть, но и соберу из них комплекты, как обычно. Видите, какие крутые рубашки. Они здесь, в принципе, удлиненные. Потрясающий хлопок. Вот его надо просто трогать. И сейчас здесь на скидке эта шикарная рубашка стоит всего 4000. Посмотрите. И ее даже можно носить как платье-рубашка. Показываю вам стойку с жакетами. И скоро у нас осень. И, например, вот такой жакет на скидке стоит всего 5000. Смотрите, какой крутой жакет в офис, на работу. Качество мне очень нравится. Мне вообще нравится, как Антика шьет. Дальше у нас тут идут базовые серые жакеты. Этот вообще стоит 4000. Смотрите. Еще мне понравился вариант в розовую клетку. Смотрите. Стоит он 5000. И мне нравится еще подкладка. Состав 64 полиэстер, 34 вискоза, 2 эластан. Вот прям по ощущениям и по качеству огонь, реально. Он приталенный. Посмотрите, как дорого смотрится этот жакет. Стоит он сейчас всего на распродаже 4000. Это такой, знаете, уже осенний вариант. 64 полиэстер, 34 вискоза и 2 лайкра. Вот реально круто смотрится. Посмотрите сочетание цветов здесь. На осень будет очень красиво. Клетка вся сходится. Но это и понятно, у Антики по-другому не бывает. Смотрите, как жакет смотрится на мне. И он достаточно здорово вписался в пару к моим брюкам. Посмотрите, здесь сине-фиолетовые полосы в сочетании с коричневым. И даже здесь есть голубенький вариант. Посмотрите, как здорово это смотрится. Кому нужен жакет в офис, пожалуйста, базовый. Очень красивые блузки нежно-сиреневого цвета. Есть такой же вариант в молочном цвете. И стоят они сейчас на распродаже всего 3000. Это у нас 36 вискозы, 60 полиэстер и 4 эластан. Очень красивый вариант. Кому нужно для офиса. Настолько приятный, вот когда его трогаешь. Есть еще классный вариант белого жакета. Стоит он здесь
8590, и это у нас 50 лиоцел и 44 хлопок. Он без подклада, тоненький, при этом он будет держать форму. Смотрите. Вот этот вариант рубашки мне прям очень сильно нравится, рукава. Стоит он сейчас на распродаже 1600 рублей, и это 100% хлопок. Посмотрите. Здесь есть большой выбор платьев. Вот это, например, из 100% вискозы. И стоит оно сейчас всего 3500. Посмотрите. Смотрите, вариантов блузок, юбок, жакетов, платьев здесь достаточно большой. И если вы сюда приедете, то вам будет выгодно здесь приобрести все то, что вам действительно нужно. Показываю вам стойку с рубашками. Это стоит 990 рублей. И это 100% хлопок. Посмотрите. Дальше у нас идет интересная рубашка со вставкой. Все это в полоску. Стоит она на распродаже 2500. И это у нас 74 хлопок, 23 полиамид и 3 эластан. Базовая голубая рубашка. Вот этот вариант мне побольше нравится. Стоит она 3000. И это у нас 100% хлопок. Есть вариант в розовом цвете. Стоит она 2000. Это 100% хлопок. А вариант в голубом цвете тоже стоит 2000. Есть вариант в нежно-сиреневом. Стоит она 1800. В цвете лайма стоит 2000. Все это хлопок. Очень красивый вариант с рыбками. Стоит она 2000. В общем, вот достаточно интересная. Винного цвета стоит 1300. Есть рубашка с перфорацией. Стоит она всего 1000 рублей. Смотрите. В черном цвете. Стоит она 2000 рублей. Также смотрю, здесь стойка с брюками. Так, что у нас здесь? В белом цвете стоят брюки 2000. Есть варианты уже на осень. Смотрите, какие красивые цвета брусники. Я смотрю, здесь есть и палаццо. Смотрите, вариантов много. Мне сейчас неудобно снимать. Вот такие, например, в коричневом цвете стоят всего 1800 рублей. Смотрите. Вариант брюк на осень. Так. Вот этот вариант мне нравится. Смотрите. Так, стоит он 2000. Кстати, крутые брюки палаццо. Есть вариант в черном цвете. Стоят они 3000. И это 64 полиэстер, 33 вискозы и 3 эластан. А ощущение, как будто это шерсть. Показываю вам комплект жилет плюс брюки. И внутрь я добавила бордовый
шелковый топ. И посмотрите, как вместе здорово они работают. Я завязала на бок пояс. И он смотрится, как, знаете, как кимоно. И, в принципе, пояс можно снять и носить без него. Очень сложный цвет, но достаточно красивый. На лето прям идеальный вариант, на жару. Показываю вам, как жилет смотрится без пояса. Он уже такой более объемный. При этом, посмотрите, как расслабленно и здорово он сочетается именно с брюками такими широкими, струящимися. Плюс даже те же мои сандалии. Сюда можно надеть белый топ, футболку, какие-то яркие цвета. В принципе, именно такой цвет, он отлично будет работать с яркими цветами. При этом он отлично сочетается с такими более глубокими вариантами. Я меняю жилет на молочного цвета жакет. Я вам уже показывала его на вешалке. Это вискоза. И оставляю бордовый топ. И очень такого сложного цвета брюки. Посмотрите, как вместе они идеально сочетаются. Очень люблю именно такие сложные сочетания, когда на вешалке кажется, что ну вот вообще вещи не работают. При этом, если вы будете знать, что с чем можно сочетать, то у вас с этим проблем не будет. Вам в помощь круг Итана. Если кто не смотрел мое видео, как начать просто сочетать цвета, то посмотрите, я прикреплю его сверху. Мне прям комфортно в этом жакете. И очень хорошо, что он не белый, а именно какой-то, знаете, такой желтовато-молочный. При этом посмотрите, какой он плотный, этот цвет, и как он красиво сочетается с достаточно приглушенными цветами. Чем вам не вариант на лето? Я меняю жакет на нежно-сиреневую рубашку. Она, знаете, такая блузка-рубашка. Она длинная, объемная. Ее можно заправить, можно носить на выпуск. И опять же, смотрите, как здорово она сочетается с этим цветом. У меня вот, если честно, просто пошел затуп, не могу сказать, какой цвет. Но вот доработалась. Представляете себе, да? Очень красивый вариант. Смотрите. И она сейчас достаточно недорогая. И ее спокойно можно носить и зимой, и осенью в офис, и летом. Не могу. Руки в карман, они зашиты. И такой вариант еще есть, по-моему, в молочном цвете блузки. Показываю, как сиреневый цвет сочетается с темно-синим, с navy blue, например, с моими брюками. Это всегда беспроигрышный вариант. Они находятся рядом по цветовому кругу, поэтому очень мягко между собой сочетается. Такой расслабленный образ. Мне что не очень нравится в аутлетах, это то, что здесь достаточно навязчивые консультанты, и их порой приходится просто осаживать, потому что, ну, вот они везде. Я так, например, не люблю. Мне не нужна помощь. И люди, в принципе, по факту вам помочь ничего не могут. Да, может быть, они знают свою коллекцию, но вот помочь вас одеть они точно не смогут. Вот, поэтому
вот это вот внимание, оно немного раздражает. Естественно, я зайду и в Чируэль. Я очень люблю этот бренд. Я, кстати, уже заказала себе сейчас 3 базовых рубашки. Возможно, что-то здесь еще присмотрю. Очень люблю их костюмы. Хочу обратить сразу ваше внимание на эту невероятно интересную по принту. Никогда не видела черно-белый, а обычно, знаете, такой синий-белый, какой-то зелено-белый. Здесь черно-белый, обязательно возьму в примерку. Рубашка стоит 3000 на скидках, и это 100% котон. Смотрите. В бренде Чируэль, и здесь есть и Чируэль и Калист, они вместе. Отличный хлопок и всегда интересные рубашки, при том, что они базовые, они при этом всегда красиво сшиты. И вот, например, базовая голубая рубашка стоит на скидках по 5590. Я уже сказала, что я себе прям с сайта заказала 2 белых и 1 в цвете лайма. Очень круто смотрится. Я сейчас обязательно что-то соберу. Вот, например, смотрим туники. Стоят они 4000. И это у нас 100% рами. Такой приятный на ощупь. Кстати, тут есть варианты рубашек. Бело-бирюзовые и бело-красные в полоску. Стоят рубашки сейчас 3000. И это 100% хлопок. Единственное, что мне здесь не очень нравится, что тут есть карман. В черно-белый нет кармана, но я померяю и то, и другое. Смотрите, сколько вариантов блузок. Это стоит 4, и это 100% вискоза. Есть базовые молочные. Стоит 3000, и это 52 вискоза и 48 ощупь. Приятная. Есть вот такой вариант. Смотрите, есть очень интересный вариант летнего пальто. Стоит оно сейчас 5000, и состав здесь 44 хлопок, 28 полиэстер, 28 левом. Очень крутой состав, да еще за такую цену. Вот эта рубашка участвовала у меня в весеннем влоге Чируэль. И сейчас она стоит 2990, это у нас 100% хлопок. Есть вот такая красивая блузочка нежно-голубого цвета. Вот они любят прятать ценники, что ты до них не доберешься. Стоит она 2990, это 100% вискоза. Смотрите. Здесь отстрочка декоративная. Показываю. Очень красивый молочного цвета жакет с отстрочкой. Стоит он сейчас на скидках. Так, стоит он сейчас на скидках 8000. И это у нас 50 хлопок, 45 вискозы, 5 эластан. Потрясающий состав. Вот такой базовый жакет. Сейчас стоит 12000, и здесь у нас 54 лен, 44 шерсть и 2 лайкра. Состав просто шикарный. Здесь нет подклада, поэтому вам не будет жарко.
классный жакет. Есть варианты поярче. Мне понравился еще вот такой вариант, кто любит яркие цвета. Это у нас что? Это у нас 45 хлопок, 26 полиэстер, 26 вискоза, 3 эластан. И стоит он сейчас 10 тысяч. К нему есть брюки в комплекте. Брюки стоят 6 тысяч. И состав здесь такой же. Очень красивые брюки. Сейчас они на распродаже стоят 7700. Брюки палаццо. И это у нас 100% тенсил. Если вы посмотрите, то одежды здесь очень много. Вопрос только в том, что некоторых моделей просто нет размеров. Так, в принципе, подобрать можно. И я сейчас несколько комплектов соберу. Показываю вам, как смотрится рубашка в черно-белую полоску и коричневые расклешенные брюки. Смотрите, какой у них разрез сбоку. И я добавила свою сумку. Очень здорово сочетается. И это схема, о которой я вам всегда говорю. Ахромат и плюс цвет. И цвет может быть яркий, а может быть приглушенный. При этом посмотрите, как здорово все вместе смотрится. Такой деловой образ сюда можно добавить. Ремень. Я вам принесла платье еще и... Можно добавить какую-то белую обувь, рыжую обувь, коричневую обувь, черную обувь. Мне очень понравилось льняное летнее пальто. Вот кто не имеет таких пальто, советую приобрести. Сейчас оно стоит 5000. И так как у нас лето прохладное, это достаточно актуально. Оно имеет форму кокона. Его можно застегнуть. И, например, вот ту сумку молочного цвета, которую я купила, она прекрасно здесь подойдет. Даже эту сумку Иконика карамельного цвета тоже будет отлично работать здесь. Оно настолько комфортное. И смотрите, какая там подкладка. Это, по-моему, вискоза с чем-то. Достаточно тонкая, приятная. И вообще это лен. Кто любит такие вещи, у кого натуральный стиль, очень здорово будет. Вы можете отсюда убрать яркие цвета и добавить какие-то молочные. Вот если вы любите в коричневом молочной гамме ходить, например, белый топ. Я не могу руки в карман засунуть, потому что здесь все зашито. Но пальто достаточно классное. Понравился мне этот комплект, сочетание, я даже не знаю, как назвать этот цвет. Такой, знаете, цвет морской волны с брюками цвета лосося. Они на кулиске. И вот если вы будете сочетать их просто вместе, это будет очень ярко. Между ними нужна прослойка. И я бы добавила сюда белый топ, либо кремовый. Вот единственное, что тут топ маленький, больше размеров нет. Вообще тут достаточно проблема подобрать размеры. Не все есть. Но вот этот вариант на лето очень красивый. И вот это, по-моему, то ли лен, то ли хлопок. И это то же самое. Достаточно комфортно на текущую погоду. Сегодня, например, было 28. Вариант для отпуска. Но они отлично для меня, они длинные, видите, их укорачивать придется.
Вот этот вариант мне даже больше нравится. Сочетание коричневого и цвета морского волны. Как море и песок. Невероятно красивый вариант. Эти цвета всегда беспроигрышно сочетаются. Показываю вам еще один вариант. Сочетание коричневых брюк, но теперь уже с рубашкой в красную полоску. Если вы думаете, что она сочетается только с синим, с черным, с белым, то это не так. С коричневым она тоже очень круто работает. Показываю вам очень женственный костюм. Его здесь, в принципе, можно купить по отдельности. Отдельно юбку, отдельно топ. Он сзади очень красиво смотрится. И, в принципе, их можно носить по отдельности. Шикарная юбка. Она такая легкая, струящаяся. Показываю вам сочетание яркой рубашки и нежно-лимонной юбки. И внутри у меня кремовый топ. Смотрите, как здорово. Как нежно. Такой идет, знаете, переход от яркого к нежному. Но при этом, насколько это все гармонично смотрится. Воздушно, по-летнему. Этот вариант хороший для отпуска и для города. Юбка очень здоровская. Кстати, она будет достаточно хорошо сочетаться с черным цветом. Например, с черной рубашкой, либо с черным жакетом. Вот такие разбеленные цвета, они всегда круто работают на графике. То есть, если вы добавите черный цвет, будет круто смотреться. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний влог. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вы еще не подписаны. Ссылка находится всегда под видео. Смотрите, как красиво вокруг. Сзади меня фонтаны. Мне очень нравится атмосфера белой дачи. Ну а сейчас я, как обычно, с вами прощаюсь. Пока-пока.